на двух полках 25 книг. На одной из них на три книжки больше, сколько книг на каждой полке. Да, пожалуйста. 11 и 14. Великолепно, правильный ответ. Почему? 11 и 22, а на 3 и 8. Это проверка ответа, а мне нужно решение. Да. 25 минус 3. Молодец. Потому что 25 минус 3 это 22. И 22 разделить на 2 это? 11. Это 11. Молодцы. А чтобы узнать 14, надо что сделать? Прибавить. Замечательно. Решили. Ребята, смотрите, этот параграф называется «Метод Прокруста». Вот почему. Потому что мы в некотором смысле уравняли эти полки. Сначала отбросили эти три, и полки стали одинаковыми, и значит, можно было делить на два. Отлично.